Я хочу немного отойти от темы нашей передачи из-за сильной нужды в этом, которая обусловлена переживанием и паникой, охватившими весь мир из-за так называемого коронавируса. Дорогие братья, в любой ситуации мы возвращаемся к нашей религии и смотрим, что она приказывает нам делать в таких обстоятельствах. Этот вирус появился. Мы не будем разбирать, как он появился, потому что этим должны заниматься специалисты. Однако он существует и распространен. Руководители большинства стран, да воздаст им Аллах благом, объяснили, что мы обязаны сделать. Кто-то из них временно закрыл границы, кто-то закрыл определенный город, а кто-то временно прекратил полеты авиалиний. Это называется карантин. И данное явление имеет основу в религии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы услышали, что чума началась в каком-то месте, где вас нет, то не идите туда. А если она началась там, где находитесь вы, то не покидайте свои земли». Это и есть карантин. Причиной необходимости карантина является воспрепятствование контакту зараженных с другими людьми, дабы болезнь не распространилась еще больше. Мусульманин должен терпеливо проходить такие случаи, надеясь, что его не постигнет болезнь. Мы мусульмане, и вся хвала Аллаху, который почтил нас исламом. Всевышний Господь сказал о нас: «Пророк объявит дозволенным благое и запрещенным скверное». Мы не кушаем мусор, летучих мышей, змей, потому что наша религия запретила нам это. Пророк объявит дозволенным благое и запрещенным скверное. Поэтому мы больше всех защищены от заражения вируса. Второй момент. Мы купаемся, совершаем омовение, сморкаемся. То есть, как минимум, 5 раз в день мы молимся и совершаем перед этим малое омовение. Мусульманин совершает малое омовение 4 раза за день. А сейчас, к примеру, из-за распространения вируса умывайся 6 или 7 раз. Также мы постоянно моем руки. Например, зайдя в дом, мы сразу моем руки, так как мы были на улице, трогали двери, держали руль машины, ее дверь и так далее. Зайдя домой, мы сразу же моем руки. Желая выйти из дома, мы также моем руки. Совершаем малое омовение и всегда промываем нос и полоскаем рот. То есть совершаем малое омовение. После всего этого нам нужно доверять Аллаху и просить Его, чтобы Он уберег нас от болезни и от страха и паники. Страх и беспокойство, о мои братья, опаснее для нашей общины и всего человечества, чем коронавирус. Поэтому нужно сначала придерживаться мер предосторожности, как, например, карантин. Когда руководство государства говорит, что жители определенного города не должны покидать его и к ним никто не должен заезжать. И как мытье рук и другие меры гигиены. Затем нужно совершать дуа. То есть 2 момента. Меры предосторожности, а уже потом дуа. Разумный человек не делает дуа, не предпринимая меры достижения цели. Этот мир – это место, где необходимо предпринимать меры, и наш Господь поселил нас здесь. Поэтому мы должны поступать с соответствующим образом, соблюдать правила гигиены, мыть руки, промывать нос и делать дуа, говоря: «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от проказы, лепры и дурных заболеваний». Точнее, «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от проказы, безумия, лепры и дурных заболеваний». С именем Аллаха, с именем которого не вредит ничего ни на земле, ни на небесах, и Он слышащий и знающий. Следует 3 раза говорить: «С именем Аллаха, с именем которого не вредит ничего ни на земле, ни на небесах, и Он слышащий и знающий». «С именем Аллаха, с именем которого не вредит ничего ни на земле, ни на небесах, и Он слышащий, знающий». Мы читаем аят Аль-Курси, в конце которого сказано: «И не тяготит его Аллаха оберегание их, небес и земли, и того, что на них. Он возвышенный, великий». То есть Аллах сохраняет небеса и землю. И это не является для него затруднительным или невыполнимым. Разве тот, кто оберегает небеса и землю, не сможет уберечь нас от вируса, которого не видно невооруженным глазом? И я вновь акцентирую внимание на том, что дуа нужно делать, лишь предприняв необходимые меры защиты.